Прогноз погоды на этот раз заранее посмотрели в мэрии. В Кирове еще ночью началась борьба с гололедом. По сообщению администрации, реагенты распределили на 90% дорог города. В первую очередь прибирали проезжие части, остановки, подходы к тротуарам и низкие места, где копится вода. Ночью на дорогах Кирова работали 36 снегоуборочных машин, за ночь использовали 56 тонн галита. Днем работа не прекратилась, отчитались в администрации, на улицах было увеличено количество техники и дворников. И при необходимости подрядчик менял маршруты, учитывая обращения жителей. Заявки от населения, где нужно обработать скользкий участок, принимают в диспетчерской службе по телефону 8 922 967 22 34.